Либо так не кушают вилочкой, вот так надо держать. Как нет. Всем привет. Вот так держи красиво. Вот так. Вилку. Вот так надо вилочку держать. Так? Да. Бабуль, покажи меня. Сделай себе бутерброд. Мяри, почему ты не поела только? Что? Я сюда должна взялась. Все поели, а ты ждешь чего-то. Она ждет все. Что нам бабуля приготовила? Это для Шкима. Это для Шкима. Он не любит котлеты. Вот так, котлеты. А вот котлетки сейчас давайте. Раз, два. Сколько вы сидите? Сколько котлет вы кушаете? Я три. Да ты что? Мы в школе одну. Мы в школе и одну. Ты три? Бабуль, мы в школе знаешь, какую огромную едим? Да? Вот такую одну огромную котлету. Ну это в школе так делают, здесь не делают. Так. Так, вот вам, пожалуйста. Вот, на. Достаточно? Все, сейчас огурчик порежу рядом. Ты так сама... взять? Отойди, я отнесу это. Ну все тогда. Давай я отнесу. И вот здесь мы сидим. Вот. Так, хлебушек свеженький. Вот хлебушек свеженький. Давайте. Вот наш ветер огромный. И вон попугайчики. Вот они. Всем приветики. Хотела тебе записать, а ты какая глазастая, все видишь. Ну что, мы идем на море. Кто мы идем есть? На море. Кто эти есть? Тащатся в конце хвостиком. Ой, просли. Вчера в 11 Светлана уже отключается. Вечером рано ложится. Сидела за компьютером, открывала вам видео или не помню, что там делала. Видео. Извините, мои дорогие подписчики, не получается у меня записывать и выпускать сразу на следующий день. Ну, никак не получается. Может, сейчас с Мари получится, но с Мари еще больше видео, еще больше собираются. Так что, как есть, так есть, с небольшой задержкой. Надеюсь, вы поймете бабули трех внуков. Но все равно... Мы же больше видео будем создавать, и будет больше видео выходить на YouTube. Интересного контента. Да. Так вы... Многие говорят поздно. Если вы подпишетесь и поставьте лайк, то когда вы будете знать, когда выйдет новое видео. А то вчера да? Новое видео вышло, а вас нет никого, только 50 просмотров в течение часа. Вы где? Поэтому ставьте... На колокольчик жмите. Да. И к вам придет уведомление, что у нас вышло новое видео. А мы пришли на море, знаете, друзья мои. Вы знаете, еще когда подписываетесь, вы кнопка подписки станется разноцветной. Вот так пройдет радуга цветов, а потом будет белый, то есть черный стоять. А когда лайк поставите, то же самое будет, но немножко меньше. И долго будет вот так вот иди волна, а потом все. Какой здесь вот вроде бы центральной улицы, а какая грязь. Ага. Видите, бутылки мусором воняет. Что мои ноги снимают? Собака. Ирма еле тащится, вся потная. Вот, она такая у нас сладкая. Не выспится. Она очень любит поспать. А мы ее разбудили. Ой, а море посмотрим какое. Вот такое нас ожидает море. Самое главное, чтобы оно чистое было. Чтобы вы знали. И вот, если там далеке будет место. Ой, простите. Там далеке, если будет место, то когда посмотрим на это прекрасное море. Но сегодня волны есть, но ничего, пройдем как-то. Самое главное, чтобы грязная вода, чтобы не было. И вот, люди сидят, спают, загорают, солнце там светит. Я не могу на вас показать, потому что в вашем экране будет очень плохо видно. Ужас, как жарко в Мессине.
кто живет в Мерсине, можем мы встретиться на море. Не завтра, а послезавтра. И обязательно, подписчики мои, приходите на море. Когда мы пришли на море, мы сейчас возвращаемся домой. Очень грязная сегодня была вода. Ай, прямо очень грязная вода была. И один знакомый бабуля сказал, что лучше после 5 вечера приходить, потому что очень чисто и очень гладкое море. Сегодня мы не сможем, завтра пойдем, потому что сегодня конференция важная. Целых 4 часа до 9 часов, а ну 5 часов ровно. У нее конференция, она сказала, очень важная конференция, и меня не мешать. Я вам все дам, поиграйтесь. И я буду рисовать. Я вам покажу обязательно, что за рисунок у меня получился. Это Ирмин рисунок. Через несколько секунд будет мой. Это Ирмин рисунок, да? Конечно. А через несколько секунд... Это Ирмин рисунок. И через несколько секунд будет мой рисунок. Напишите в комментариях, как вам мой рисунок. Ой, так жарко, что мы решили водички попить. Да. Пот с нас течет. Пот течет с нас. Идем и никак не дойдем. Всем доброе утро, мои дорогие зрители. Сейчас посмотрела просмотры на видео, как мы проводим время. Где все наши зрители, любимые подписчики? 300 просмотров, это что такое? Неужели вам не интересны наши видео? У нас такие замечательные видео, такая интересная жизнь. Принцессочка. Принцесса. Принцесса одна чего стоит. Смотрите. А? Смотрите на нее. Чем мы занимаемся? Эрдоган у нас выступает, наш дорогой Эрдоган. Деточки, доброе утро, деточки. Доброе утро. Сегодня мы дома, потому что мы проспали. Реально? Деми кушает кашу, вокруг вся вермишель. Вот так Деми кушает неаккуратно, видите? Вот такой Деми неаккуратный у нас. Все вокруг. Мари. Ничего не правда. Аккуратненько. Ну, пока еще волосики у нас не причесаны. Ирма красиво сидит за столом. Да, все не дуются. Принцесса наша. Бабуля только приготовила им. Ужас. Вот. И лавашики с пармезаном. Пармезан. Потому что хлебушек нету, а Деми повторяет за мной за всем. Видите, не, Мари повторяет. Как попка попугай. Повторяет за бабулей. Не, у Демушка Нескафе. У Марии Нескафе. Не Нескафе, а Несквик. Не Нескафе, а Несквик. А у Ирми чай. И что нужно в конце сказать? Спасибо. Смотрите наш канал, подписывайтесь. Да. Ставьте лайки. И ставьте лайки обязательно. Мы знаем, что вы хотите, а вы знаете, что мы хотим. Лайк, комментарии, репосты и обязательно подписка. Спасибо, моя девочка. А вот и бабуля с утра. Друзья мои, сегодня к нам в гости приходит Абла. Она приехала здесь, сейчас находится в Мерсине. Яшкин ее пригласил на лахмаджун. Будем готовить сегодня лахмаджун. У меня вчера был такой день насыщенный. С детьми была у врача. У меня ТСХ поднялся до 9. Я не знаю, с чем это связано. И мне такую дозу 75 грамм дали. Лекарство сейчас покажу, какое мне назначили. И сахар у меня в норме. Сегодня я, как ни странно, померила сахар у детей и в шоке. И от своего сахара, и от их. Вот такое лекарство, смотрите. 75 миллиграмм назначили мне в течение месяца до 19-го. Потом сдать надо анализ крови и посмотрим. Что-то поднялся мой. Ну, врач меня успокоила. Вы не переживайте, говорит Светлана, потому что у меня, говорит, 200 показаний. Ой, у меня очень...
я принимаю 125 миллиграмм, мол, вы не переживайте, что вы 75. Вот, вчера у меня была конференция, 5 часов длилась, очень интересно, просто новости космос. Вы просто не понимаете, что вы пропускаете и что вы теряете. А мне всего хорошего желаю разобраться в том, что предлагает нам наша компания и наш президент. Друзья мои, я такая вся в делах. Ждем нашу Аблу. Я все перечистила, перемыла, детей привела в порядок. Посмотрите, какая у меня Ирма красивая. Ирмочка, покажись волосики. Посмотрите. Ирма очень падают у них волосы. Если у вас есть какие-то рецепты, пожалуйста. Вот Мари наша, Марикуна. Марикуна тоже искупалась, помылась. Она любит у бабули здесь сидеть. Любит Аблу. Ждем Аблу. Мари, вот тут ты закрыла, и тебе воздуха не идет. Бабулечка, родненькая моя. Вот тогда открыть, и будет ветер. Смотри. Пошел процесс, да. Сейчас надо снимать, пока у меня есть 15 минут. У меня только что закончился вебинар. Первая часть. Столько всего интересного, друзья мои. Светлана тоже такая вся. Все такая же. Демушка наш подстригся. Ну, Демушка, встань. Посмотрите, какой мальчик у нас красавчик. Вот. Так что, внуки, в порядке. Сегодня мы дома пока. Дома. Видите, там полы мыло еще не убрали ничего. Зато в доме чисто. Вот, отнесли лахманджун сейчас. Борщик Мари поела. Сегодня у меня сахар 181. Я не знаю, с чем это связано. Мне это просто убивает. Вот, все на ходу.